Староскольские молодые дизайнеры из лаборатории моды «Русский стиль» приняли участие сразу в двух престижных всероссийских фестивалях «Русский силуэт» и «Саквояж моды». Студенты техникума технологии и дизайна получили диплом третьей степени и спецприз за созданную ими коллекцию «Красавица». Стилизованный дизайн-проект выполнен в русских народных традициях. Мотивы русской народной одежды в коллекциях высокой моды – тренд неприходящий. Вот и третьекурсницы техникума технологии и дизайна вдохновились традициями женской одежды на Руси 18 века и создали наряды, которыми можно любоваться как произведениями искусства. Дорогие ткани, богатая отделка, роскошный крой. Русский народный костюм, он богат красками, богат формой. Богат разными украшениями, декорациями, например, бусы, тесьма. Делаю в технике вязания крючком сережки нашей коллекции. Конструкции моделей напоминают традиционный купеческо-боярский костюм. Душегреи, летники, япончи и кокошники, выполненные на новый лад, смотрятся весьма гармонично. Все от раскроя до бижутерии девчонки делают сами и с помощью современных технологий. Используя компьютерные программы, технологии, студенты разрабатывают модели наших коллекций с применением данных программ, что облегчает, соответственно, процесс изготовления чертежей конструкции, получения лекал, и учатся как раз применять современные приемы проектирования одежды и элементы русского народного кроя, русского народного костюма. Название коллекции «Красавица» поддерживают аппликации картин русского живописца Константина Маковского. Создано 5 нарядов, в планах еще 2 образа. С данной коллекцией мы принимали участие в конкурсе «Русский силуэт». Это международный конкурс благотворительного фонда Татьяны Михалковой. В региональном этапе в городе Рязань мы выиграли данный этап и по условиям конкурса наша коллекция будет участвовать в финальном этапе в городе Москва. И последний конкурс, в котором мы приняли нашу коллекцию, это всероссийский конкурс «Саквояж моды» в городе Курске. Победы в престижных конкурсах для молодых дизайнеров, по сути, путевка на новый, более высокий уровень. Но не успев насладиться успехом, мастерицы принялись за работу, ведь нет предела совершенству. Мы решили доработать коллекцию с утажом, чтобы дополнить образ, создать большую, наибольшую динамику. «Русский стиль» получил приглашение на конкурс дизайнеров Российский государственный университет имени Косыгина. В Москве староскольские студенты продемонстрируют этапы создания модели одежды, расскажут об особенностях конструирования и технологиях работы. Анна Семенова, Сергей Кириченко, Ирина Чуликова, 9 канал.